вариант для специальной физической подготовки. Три вида ударов. Толкаем на прямые удары, на боковые и на удары снизу. Для того, чтобы правильный удар на цепочке сформировался, очень важное упражнение. Можно работать... Пошли боковые удары остальные. Можно работать, чередуя три вида ударов, прямые снизу и сбоку. Можно по какому-то интервалу работать сначала прямые, потом снизу, потом сбоку. Ну, чем выше уровень боксеров, тем более разнообразные упражнения должны быть. Соответственно, здесь мы чередуем все виды ударов. Упражнение называется «Старм бокса пуш-пуш».